Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi 4X. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек камеры. Итак, для этого мы открываем приложение камеры. Далее нажимаем на режимы. И здесь мы нажимаем на значок шестеренки. Проходим в самый низ. Выбираем сброс настроек. Нажимаем ОК. И таким образом настройки должны были сброситься. Да, они сбросились. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.